Неизвестный в красном халате с большим мешком через крышу проник в Бобруйскую центральную больницу. Оказалось, это не ЧП, а только начало праздника. Дед Мороз спустился практически с неба и поздравил маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Зовите громко, громко! Дед Мороз! Дед Мороз! До Нового года остается меньше 10 дней. А в это время, как известно, подарков много не бывает. Потому республиканская благотворительная акция «Наши дети» с нарастающими темпами шагает по стране. Улыбки, радость, конфеты и подарки. Осчастливить постарались каждого ребенка. Но юные бобручане не остались в долгу. Они отгадывали загадки, танцевали, пели и рассказывали стихи. Строки про Новый год? Нет. Наши дети умеют удивлять. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. К акции подключились руководители и бизнесмены, представители общественных объединений, молодежь, спортсмены, артисты и все неравнодушные. И председатель Бобруйского горисполкома не остался в стороне, поздравил ребят вместе с новогодними героями. Дорогие детки, с наступающим Новым годом вас! Не болеть вам, слушаться родителей, приносить домой хорошие оценки и быть такими радостными, добрыми и красивыми. С наступающим Новым годом! Такое шоу для маленьких пациентов устроили сотрудники МЧС. И это не единственное чудо. В новогоднюю ночь они будут обеспечивать стране безопасный праздник. Министерство по чрезвычайным ситуациям уделяется очень большое внимание детской безопасности. Поэтому, конечно же, в канун Нового года наше министерство не могло не принять участие в такой благотворительной акции, вручить вот эти вот подарки противопожарной направленности, где дети в игровой форуме могут получить вопрос знания, те, которые помогут им как-то среагировать в той или иной чрезвычайной ситуации. Сюрпризы на этом не закончатся. Обещают, подарки есть для всех, кто по-настоящему верит в чудо и ждет. Вот эта акция «Наши дети» несет им в первую очередь радость. Мы со своей стороны, заботясь о наших детях, прекрасно понимаем, как важно наше им внимание. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.